Чепчик мне скинешь? Файер вернулся, да. Мой любимый Файер. Господи, блядь, откуда он тут взялся? Ты без микросечё. Я немножечко испугалась. Капец, у меня его смотрит. Дело. Сдох. Сдох, да? Да. Расчекиваю. У меня до сих пор чего-то кошмары. Жулики, блин. Так, слушай, есть одна идея. Если они в этой квартирке... Да, они в ней, походу. По контроль, чтобы они не спустились. Хорошо. Двери еще открывают. Мы закрыли что-то. Открывают? Значит, они на... Два этажа, ну, короче, по центру они этажей. Возвращаюсь тогда. Можешь на улицу выйти, выпустить их? Не, нормально. Боты по кому стреляли? Херово знает. Угу. Я тогда давай с того подъезда буду рашить, поджимать. Граната тут! Флешка. Это нам. Уже ушел? Да. Поднимайся по тому подъезду, я поднимаюсь, поднимаюсь по соседнему. Только я медленно поднимаюсь, учти. Не прям что-то сильно быстро, но... Это предпоследняя. А, есть кнопочка открыть? Да-да-да. Смотри, я сейчас буду с этой стороны к ним ломиться. Когда будешь готова, там, смотри по ситуации, залетай с той стороны. Скажешь, когда будешь ломиться, я просто зайду. Они там легли и смотрят прям у меня, мой проем. Сейчас подожди. Не лезь. Ты зашла уже? Хорошо. Один у меня справа еще сидит, я слышу. Минус. Да-да-да, ходишь? Да-да-да-да-да. Все, найс. Хорошо зашли. На улице, ой, в этом каком-то. Да, балконе, да, да. Вот он с балкона кидал гранату, значит. Жулики. Я пошел за сумкой. Этот лег прям, ты смотри. Он лег и смотрел в твою сторону. Да, ты как же говорил. Не ждать, когда дверь открыла. Да ты, да. У нас справа кто-то только идет. Да, пойдем. Дверь. Перебегает. У нас дроп посреди улицы лежит. Да, он удает. Один убежал. К нам зашел. Это эти, че об этом? Да. Ходят. Нам просто сейчас выбежать налево и бежать вдоль здания, если что. Ну да, но он не даст, если он будет смотреть. Проблема-то в этом. Один внутри еще ходит. Вот.
Через центр туда пройду. Выйду ему в спину, попробую. Через внутрь. Ты бежишь? Нет. А ты где? В центр, внутри. Их трое. Двое на улице, у центра, один внутри. Дверь открой. Одного убил? Нашего завалили. Ты убил одного? Ну, теперь убила. Угу, еще потом последний остался. Газин закину пока что. Стоим. Он бегает. Я хожу. Он по второму пробежал. Может быть, аккуратно. Бил еще одного. Может быть, с моей стороны. На первом в коридоре у тебя кто ходит? Не я, не я. Бей. Не вижу там ни хрена. У тебя в коридоре ходит. Так, ты по центру, да? Я далеко вообще от тебя, с противоположной стороны. Била. Хорошо. Все, я думаю. На проспекте бот орал. Дефолтный. Там на первом этаже. Бил. Ничего не видно было, но убил. Фонарь помог его. Да, мой. Я из-за своего фонарика ничего не видел. У меня еще вспышка такая на этом фале, что нихера не видать. Я на четвертый поднялся. Нас там прям зовут вон в этом прапоре. Я сзади. По центру где-то стоит. Закрыто. Гранатку кину сейчас влево. Мало ли. Нет. Не дергается. Влево пробегу. Дам гранату туда вдаль, в центр. Да, да. Спот начался. По мне... Да, он там вот стоит по центру. За сеточкой был? Слева, слева. Вот сейчас, наверное, будет справа. Ходят. Угу, слышу. Кинусь. Или себе может забайситься. Был с нашей стороны, сейчас скажу, может, слышу. Уже отказать. Нет, нет, он у нас есть. В
Загрелся, я так понимаю. Загрелся, да. Может быть, не один. Все броню, скотина, выбил. Труп. Че, хаешка зашла? Ёлки-палки, а чё тут у вас, блядь? Да ладно. Чё, ты двоих хаешка? Не двоих, одного. Ну, можно тут... я броню заберу? Ну, он тут прятался. Бери, бери. Это у меня моя броня как-то я думаю, все должно быть. Найс. Я обидел мужиков. Не стыдно тебе. Что они тут сидят? Слушай, а дверь всегда на кухне была закрыта? Я сейчас 20 лет буду разряжать эти патроны оттуда. Второй раз состарюсь уже. Че там места нет, но могу просто магазины забрать. Да куда? Офиг его знаю. Магазины сотки. Танется. Причем 47 отдачи у этого я ствола. Знаю. То есть, ой, отдачи, эргономика. То есть, в принципе, это очень даже играбельно получается. Да, бежит кто-то. Ты бежит. Что-то тает. Тает? Угу. Бил. Бил? Да, да. Пойдем. Убивает справа кого-то. Вот он. Блин, нужно было не взять обдолбос. Сколько у тебя килограмм? Сюда бежать. А? Сколько у тебя килограмм? 59. Все равно тяжело. Каждый раз останавливаться пришлось. Там придет кабан просто в готике и надает по шее, блин, любой. Или... Не знаю, скорее все равно прикольно. Или пчела эта прилетит, которая... Ребята, вы слышали, да? Слышали? Он не любит Скайрим. Тихо. Вот это уже ЧВК. По мне... Читер? Это читер? Через стену стрелял. Тебя убили? Да, да. Семь попаданий в грудь. Волшебников много? Не, всех читеров забанили. На обратно прибежал. Тебя, подожди, кто убил? Да хер его, там набор символов какой-то. Но они забанили же, 4000, это новые. 4700. А, окей. А этот 4701 походу был. Меня вообще Асэйсэй Хсюасан убил. Ну это другой уже, походу. Ну он просто прибежал, короче, с ПРС-ками. Ну блин. С ПРС-ками, да, это натуре другой. Это что, два читера нам попалось на сервере? Ноешь? Он, короче, сюда прибежал, причем я сидела, я даже не двигалась. Он прибежал, короче, там орал, короче, потом просто взял и убил меня. Хотя я сидела за стенкой, даже не шевелилась. Ну ты прикинь, вот два читака нам встретилось. Норм? Ну нормально, че? Кажется, норм. Что-то сломалось у тебя там, походу. Меня? Мне кажется, это в Таркове что-то сломалось. Нет, в Таркове все хорошо. Какая у тебя? Мне кажется, вообще в разные кинуло. Может быть, легко. 46-я когда... минута. Не, вообще в разные забили. В разные? Ну, я так и подумал. Вообще забей, все нормально. Что подумаешь, всего лишь. Всего лишь вдвоем пошли, короче, в разные. Блин, кинуло. А я вот тебе доверился и не взял фаер зеленый. А сейчас бы мог выйти. Сейчас придется бежать куда-то на выход. Я на выходе. Ай, блядь. Я уже разобрался, как на выход быстро добежать. Прикиньте, ребята, поздравьте меня. Я тоже только что нашел выход с локации. Вообще быстрый. Пал нахер с 4-го этажа. Ну, умер. Не умер, а в лобби вышел, блин. Ладно. В Конкорде, что ли? Ай, блядь.
Уебался. Нет, с этого. С палетки. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.